Я цену твою спрашивал. Кто это? Это тот, кого может заинтересовать эта работа. И он согласится. Мой босс сказал, что это твоя работа. Твой босс перепутал. Две новости про моего босса. Он сроду ничего не путает и не принимает отказа. Все случается когда-то впервые. Но не в этот раз. Не стоит этого делать. Не тебе говорить, что мне стоит делать, а чего нет. Даю 10 секунд, чтобы передумать. Даю тебе 5 секунд, чтобы ты убрал лапу. Get him!